Одна из фаворитов будущих Олимпийских игр, сборная Канады, одержала победу над сборной России со счетом 6-1. После матча игроки и тренеры сборных поделились впечатлениями от прошедшей игры. Здорово играть здесь и так уверенно выиграть первый матч, встретиться лицом к лицу с российской командой. Они стали заметно сильнее, чем были раньше, что обеспечило нам серьезную борьбу на протяжении всего матча. Они техничнее, они быстрее, они в силовом компоненте, особенно в работе, у борта, подбор шайбы, во всем. Но на данном этапе мы не говорим, что они совсем нас переиграли. У нас уже есть большой шаг вперед. Мы сдвинулись с мертвой точки. Пошло дело. Игроки и тренеры по достоинству оценили место будущих хоккейных баталий. Остается ждать будущие зимние игры, когда лучшие сборные мира сойдутся на ледовой арене «Шайба» и поборются за олимпийское золото.